Ребята, привет! Мы с Франко в ресторане, заказали блюдо. Еще немного, и мы начнем ужинать. Вот первое блюдо принесли, готовые. А наши события сегодня немножко необычные. Сегодня 10 лет нашего брака. 10 лет мы зарегистрировали наши отношения. И хотим сказать спасибо нашим друзьям, которые поздравляли нас сегодня на Ютубе, в Одноклассниках. Вот, и к этому моему спасибо присоединяется Франко. No, non te lo do. Puoi salutare, puoi dire grazie, amici. Allora, no, no, te lo faccio vedere, te lo vedo. Tuo telefono? No, no. Guarda un po' lì. Привет, канал Крис Лайф. Крис, он поприветствовал канал Крис Лайф. Привет, Кристина. Una altra volta, привет, Кристина. Привет, Женя. Привет, Женя. Привет, Маша. Привет, Маша. Привет, Света. Привет, Света. Это семья канала Крис Лайф. Привет, канал Крис Лайф. Привет, канал Крис Лайф. Аванти. Привет, Ольга Ангел. А, привет, Ольга Ангел. Привет, друзья. Привет, друзья. Привет, Розия. Русия, Россия. Русия. Una altra volta. Русия. Привет, Россия. И пой. И пой манджамо. Ребята, а Кристина, ты хотела услышать, как он говорит на русском языке. И это очень трудно. Я ему записала на листочке, и он старался, он читал. Вот, ребята, 10 лет назад, я буду наблюдать за ним и буду немножечко рассказывать вам. Вот, 10 лет назад мы зарегистрировали наши отношения. Зарегистрировался 4 числа. Для нас это решение было очень сложным, непростым, поскольку для него этот был брак первым в жизни, для меня вторым. И сказать, что я очень легко к этому отнеслась, или он, значит, ничего не сказать. Мы в этот день заболели оба. Заболели так, что в день регистрации у нас не было голосов, мы говорили шепотом. На следующий день мы не могли встать, и он говорит: слушай, мы должны встать, сейчас и отправиться, и ехать во Францию. У нас должно быть свадебное путешествие. Я говорю: как, мы же не можем. Нет, если мы сейчас не встанем, свадебного путешествия не будет. Мы встаем, собираемся, в дорожную сумку кидаем смену одежды, спортивных костюмов. Черто. Ты говоришь, я сфотографировала эту бестию, но я это не ем. О, Франко, ну ми мети, но. О, Франко, ю ну ли манджи, кажется. Я говорю, не ложь мне, я это не... Ну, ю ну ли манджи, я такие вещи ем. Боно, манджи, вот ты. Он говорит, вкусно. Я говорю, ну ешь ты. О, Франко, ну си камби пятый, субито. Но, кени. О, а ми поку, ю ну волю танто. Он мне наложил, говорю, мне столько не надо. Вот, и мы с ним уехали во Францию на машине, мы объехали. Грация. И он манджи пьютарды. И мы с ним на машине объехали весь Лазурный берег. Мы остановились в отеле в Ницце, в шикарном большом отеле. И объехали Допо. Он говорит, ешь, я говорю, я потом. И мы объехали, значит, мы остановились в Ницце, были в Каннах, мы объехали весь Лазурный берег. Я Франко и Франчи, дуба сиаму стати, Ницца, Канны, спой. Сан-Тропе. Сан-Тропе, пой. Потом? Ну, Сан-Массиме. Сан-Массиме. Эко, видите, Сан-Массиме. Мы весь объехали, мы возвращались, мы были во Франции несколько дней в Каннах. Я помню, мы когда возвращались, было уже темно, ехали по дороге, я была уставшей, я помню эти сверкающие огни, и я боялась забыть, не вспомнить этот день. Вот эта усталость, веки были очень тяжелые. Вот.
Mangia l'uva. Dopo. Он говорит, ешь потом. Вот. Наша свадьба, она не была такая, как она бывает проходит в России или где-либо. Она немножко отличалась. Ну, прежде всего, у них нету ЗАГСов. Их браки заключаются в коммуне. Коммуна – это, как бы сказать, орган управления органы управления, типа вот, я не знаю, как называть их, органов управления местной власти, что ли, как, типа горсовет, но не горсовет, но вот эти вот. И мы сами выбирали, кто будет нас регистрировать. Мы выбрали синдика. Синдика – это типа мэра города. Регистрация проходила в конференц-зале. Все приглашенные были там. Присутствовали все приглашенные в зале. Значит, у них, когда такие вещи происходят, всем приглашенным, все, кто поздравляли, дарят бомбоньера называется. Это маленькие сувенирчики, какие-либо сувенирчики с конфетами, они связаны с событиями. Это бывает и свадьба, это при рождении ребенка, при каких-то событиях важно дарится бомбоньеры. Вот, а на то количество людей, которые были у нас, это была большая сумма. И поэтому мы ресторан не заказывали, мы в этом конференц-зале прям за спинами, за нашими накрывали столы, где, значит, на столах было буквально, ну, все, вина, соки, типа разных винов, столы были накрыты, в общем, и все приглашенные после регистрации уже оставались в этом зале. Вот так вот все было. Ну, это обходилось, для нас это обошлось большую сумму, без ресторана. Вот так вот. Вы знаете, я первый раз ем макаронные изделия такого цвета. Это невероятно вкусно. Это невероятно вкусно. Я первый раз это ем. Это нечто. Ну вот, наш ужин подошел к концу. Перед нами кофе. Классический, видите. А вы знаете, кофе говорят вкуснее, когда чашечка стеклянная, это к сведению. Вот, гурманы так говорят. Нам подарили в стеклянных вот в таких стаканчиках, стаканчиками. Ну, это же не чашечка, с играцией франков. Еще немного мы побудем здесь. Вы знаете, некоторые ложат вот такую шоколадную конфеточку. Не везде, но вот ложат. Что я еще могу вам добавить к нашему событию? Если говорить о свадьбе, вернуться к свадьбе, к этому дню именно. Грация, счет нам принесли. Нам принесли счет. Черто! После заглянем. Франко фами видери конто. Сейчас мы заглянем, потом вернемся к этому. 45-50. Ребята, это ж не франко, ну на икару. Ребята, это не дорого. 45-20. Вот цифра. 45-20. Это мизер. Так, взглянем. Так называется ресторан. Так. Антонио. Ты, Антонио. Кама, вообще супер. Так о чем же я говорила-то? Свадьбе. Вернуться. Да, вернемся к свадьбе. Кажется, мы о свадьбе говорили, забыла уже. Ну, наверное, я хотела сказать, кто был свидетелем на моей свадьбе. На моей свадьбе была свидетелем Федерико Франчези. Федерико Франчези – это дочь адмирала. Вот. А это другая история. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Мы можем еще продолжить. Мы можем еще общаться. Если вам интересно, то можете узнать еще кое-что обо мне. Это пока так. А то, что касается нашей свадебной поездки, наверное, добавлю, что мы, когда возвращались из Франции, мы заехали еще в Монте-Карло, в Монако. Очень красиво. Второй раз
Лазурный берег мы объехали и заезжали также в Монако, когда приезжала моя младшая дочь.